Накидкинде шулкур, мексикилле деген шекилле. Танзиля Загитовна не припомнит, сколько в своей жизни связала таких ажурных платьев. Сначала вязала для себя и своих дочерей, затем и для родственников. Глядя на них, начинают обращаться с просьбой и знакомые, и друзья. До сих пор у нее имеется несколько запасных изделий в качестве подарков. Героиня сюжета объясняет начало своего увлечения шитьем периодом дефицита одежды на прилавках магазинов. Когда дети были маленькие, шила не только платья, но и пальто. На рынок привозили одежду, но ее за считанные минуты раскупали. Я работала на заводе, не успевала покупать. Однажды дочери в школу нужен был сарафан. Пошла на рынок, но не было нужного размера. Тогда сарафан, который был на прилавке, я тщательно изучила и дома сама сшила такой же. Дочь призналась, что ее наряд был красивее, чем в магазине. Это мастерство Танзиля Ханум передалось от родителей. Ее мать Салимапа тоже была швеей. Отца Загита Абые помнят как хорошего плотника. Интерес к шитью и вязанию появился после того, как она вышла замуж за односельчанина Фазыла Аскарова и переехала жить в Нижнекамск. «Бывало, что девочкам за ночь шили платья», – рассказывает она. Накануне выпускного вечера младшей дочери я лежала в больнице. Она пришла ко мне, говорит, что сначала сказали прийти в юбке и блузке, а теперь требуют форму. Я отпросилась у врачей и сшила форму ребенку. Для белого фартука использовала тюль. Для ребенка не жалко. Самая красивая была я, радовалась дочь. После того, как 4 года назад с семьей вернулись в Старый Кумазан, Танзиля Аскарова начала изготавливать изделия из подручных материалов. Эта шкатулка, например, собрана из старых пуговиц, а эта ваза целиком состоит только из спичек. Медицинская маска, попадая в руки мастера, превращается в цветок. Из старых газет она изготавливает разнообразную посуду, из пластиковых бутылок – красивые украшения. Коврик на полу бани был сделан из полосок мусорных пакетов. Очень удобен, так как не впитывает воду и красив. Покрывало, обивка подушек, занавески, даже ковер на стене – все это творение Танзили Ханум. Когда я готовлюсь к проведению какого-то мероприятия в библиотеке, она мне всегда помогает, создает нужные вещи. Восхищаемся мастерством сестры. Летом этот дом становится шумным от радостных голосов детей. Танзиля Аскарова, более старших внуков, уже начала обучать секретам своего мастерства. Фаузия Нургалимова, Эльнур Юнусов, Эль Шихудинов, Рамзиля Бахаудинова. Новости Татарстана.